Виктор Киселев – доброволец движения «Волонтеры-медики». Он оператор колл-центра, консультирует по телефону пенсионеров, вынужденных переживать пандемию дома, и принимает заявки на доставку продуктов и лекарств. Будущий врач говорит, когда записывался в добровольцы, о возможных наградах не думал, хотел только помогать людям. Поэтому очень удивился, когда получил в подарок за свою работу билет на экскурсию по Старой Самаре. Это безумно приятно, потому что ты как бы не ожидаешь ничего взамен, ты безвозмездно все помогаешь, отдаешь, и когда такая отдача есть, это безумно приятно. В программе прогулка от площади Революции по улицам Венцика, Фрунзе, Ленинградской, Куйбышева до памятника Чапаеву с остановками возле интересных домов, которые позволяют окунуться в атмосферу старого города. Экскурсовод рассказывает об истории Самары через случаи из жизни обычных людей. Волонтеры-медики и раньше участвовали в подобных пешеходных турах. С уважением, конечно, отношусь, и мы всегда рады на какие-то такие инициативы идти и дарить какие-то там сертификаты нашей экскурсии. Ребята приходят не только на эти экскурсии, но и уже на нескольких были, и вроде бы даже всем все понравилось. Билеты на экскурсии – не единственные подарки, которые выручают волонтерам за их работу. Активным добровольцам дарят благодарственные письма от Росмолодежи. А более 100 волонтеров уже получили медали за активную работу от президента России Владимира Путина. Это очень важно, потому что здесь идет помощь безвозмездно, и как-то нужно мотивировать волонтеров на дальнейшую помощь. За время работы штаба волонтеры-медики и участники акции «Мы вместе» приняли более 100 тысяч звонков. Адресную помощь оказали более 50 тысяч раз. Добровольцы будут продолжать свою работу до конца пандемии. А пока волонтеры помогают людям, их и дальше будут поощрять приятными подарками. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.